Минувшая суббота в Сургуте погодой не радовала. То ветер, то дождь покушались на праздник. Однако даже это не повлияло на позитивный настрой горожан на гуляние. В этом году газовики подготовили для сургутян развлечения на любой вкус. Для самых маленьких – аквагрим, мастер-классы по рисованию, подвижные игры и танцы. Для любителей экстрима – мужские игры. Мотокросс. И шоу силового экстрима. Кроме этого, каждый желающий смог поучаствовать в групповой игре в шахматы, а также стать зрителем открытого чемпионата Югры по брейкингу. Вечернюю программу своими поздравлениями открыли первые лица региона, города, района и дочи «Газпрома». Все без исключения отметили важность и нужность газовой промышленности. Причем не только для Югры, но и для страны в целом. Спасибо вам, дорогие друзья, нефтяники, газовики, за то тепло и достаток, который вы несете в каждый наш дом. С праздником, Сургут! Невозможно переоценить зависимости района и государства от работы нефтяников и газовиков. Более 70% бюджета формируется за счет нефтяных и газовых доходов. Поэтому вы нам очень нужны, мы вас очень любим. Мы работаем, чтобы было тепло, чтобы был газ, чтобы был свет. А праздник этот всех сургутян, всех югорчан, потому что здесь добывается нефть, здесь добывается газ. И непричастных к этому большому делу здесь нет. К слову, по статистике, каждый третий сургутянин так или иначе имеет отношение к нефтегазовой отрасли региона. Поэтому для людей праздник стал неотъемлемой частью жизни. Можно сказать, одним из основных в календаре торжеств. День нефтяника, день газовика. Мы там работаем и приносим счастье в этот город, в эту страну. Мы живем в городе газовиков и нефтяников, поэтому очень уважаем. Поэтому вот и приходим, наслаждаемся днем, праздником. Мы очень любим наш город, и нам очень нравится проводить время вот в общественном месте, в Москве. Где очень много людей, да, где много музыки, очень весело, очень красиво, несмотря на плохую погоду. Гвоздем программы стало выступление рок-группы «Чайф». Завершилось торжество праздничным салютом. Мы вместе сбежали из рая, практически босиком. Виктория Дрягина, Светлана Степенькова, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости.